Друзья, всем привет из солнечного Тбилиси. Сегодня первые октябрьские выходные, а значит, сегодня отмечается праздник Тбилисоба. Праздник, посвященный сбору урожая и конкретно городу Тбилиси. Так что всех от чистого сердца поздравляю с этим праздником. Он, кстати говоря, отмечается не только в Тбилиси, но и по всей стране, и даже за пределами. В Москве тоже его отмечают. Так что всех поздравляю с праздником. А сегодня я намерен прогуляться по городу и посмотреть, как встречают этот праздник конкретно в Тбилиси. Все, направляемся на улицу. Кто первый догадается, почему я иду пешком? Честно говоря, я не предполагал такого масштаба событий. Только буквально вышел из подъезда, я живу в районе Мухиани, в принципе, такой не центровой район. Я думал, что куда-то надо ехать, чтобы попасть на гуляние. Но только вышел из подъезда, а тут все улицы перекрыты. Везде жарят шашлыки, какие-то ярмарки. А я направляюсь в сторону метро, стараюсь здесь передвигаться на общественном транспорте. В принципе, здесь и такси недорогое, но общественный транспорт вообще для... По сравнению с Москвой, то есть копейки. 50 тетри стоит проезд на маршрутке и на метро, а 50 тетри это где-то 12 рублей. Вышел из метро, двигаюсь по Медехи Стрит в сторону гуляний. Друзья, к Жорику влог присоединился Вова влог и Карина влог. Вован мой друг со школьной скамьи вообще. Понеслась, ребята. Мы научим вас зарабатывать деньги, не зарабатывая их. Короче, Вован уже полгода обитает в Тбилиси. Как тебе Грузия, братан? Блин, очень круто, вообще не ожидал на самом деле, что тут так... Шикарно, потому что все-таки это Кавказ, а мы все знаем, что на Кавказе все не так просто, как в Грузии, между прочим. Так что приезжайте в Грузию, ребят, тут много калорий и много алкоголя, как говорится. Красава. Короче, друзья, по Шардену погуляли, сейчас едем выпить пиво, покушать хинкали. Вкусные хинкали. Да, а потом намереваемся пойти в самый лучший клуб техно в Европе, Басиани. Это же лучший клуб, брат. Да, лучший. По версии грузин. Лучший клуб. В мире. А где лучшая вода в мире, из крана течет? Батуми. Я думал, в Армении. В Армении нет воды. Там золото только. Кран открываешь, а тут золото. Благодарит вас за то, что вы все-таки пришли сюда. Здравствуйте, ваши места 25, 26, 28. Так вы не проходите. Так вы... Уже без вариантов. Короче, не советую Тбилисобу искать хинкали, потому что во всех ресторанах хинкали ждать минимум час. В общем, скажу от себя как профессионал по маркетингу. Вы все знаете меня и мой канал. Все много пользуются моими услугами. И мы раскусили рестораны Грузии сразу. В каждом заведении, в котором мы не зашли, мы заходили в два заведения. Нам сказали, что хинкали готовятся всего час. Всего. Час. Хинкали, чтобы вы понимали, это тесто с мясом вареное.
То есть, ну, час, вы представляете, ты да? За сколько приготовил? То есть, это они едут, походу, в горы, режут барашка, привозят его сюда, постепенно делают на ходу все это, да. И, в общем, мы пришли к выводу такому, что, видимо, хинкали слишком дешево стоят, и все приходят и просто заказывают на троих три хинкали, а хинкали стоят на рубли 20 рублей. Поэтому хинкали все готовят час, чтобы люди покупали другие блюда, которые стоят намного дороже, конечно. И, короче, если вы еще не отписались, то больше его на канале не будет, не переживайте. Выпьем за это. За то, чтобы меня не было ни на каких каналах. Вообще нельзя. Ну что, друзья, а на этой ноте... Вова, скажи. Вова, попрощайся со зрителями. На этой ноте мы расходимся. До следующих встреч. Следите за его блогом. Он реально добьется своего, потому что он хочет добиться своего. Ставьте лайки, колокольчики, комментарии. И переходите по ссылке на Вову. Переходите, да.